В данном видео мы с вами будем рассматривать некоторые статьи из закона Моисеева, а также из законов древних народов, которые окружали Израиль. И также мы будем проводить сравнительный анализ этих законов. Так, первое. Мы посмотрим с вами в клинописные законы, какие там есть требования для официального признания брака и какое просматривается отношение к сексуальным отношениям вне брака или до брака. Подобную информацию мы постараемся рассмотреть и в законе Моисеева. И в заключении мы с вами сделаем итоговое сравнение закона Моисеева об этом вопросе и клинописных законов. Первый закон, в который мы с вами посмотрим, это законы Урнаму, царя города Ура, который датируется примерно 2100 годом до нашей эры. В данном законе есть статья, которая прямо не говорит, конечно, об условиях для официального признания брака, но, тем не менее, косвенно видно из нее, что для этого необходимо. Итак, это статья номер 8. Если же он сожительствовал со вдовой без брачного договора, он не должен платить ей ничего. То есть, согласно закону Урнаму, брак признавался тогда, когда был брачный договор. Следующие — это законы царя Хаммурапи из города Вавилона. Датируются примерно 1750 годом до новой эры. В параграфе 128 говорится: если человек взял жену и не заключил с ней договора, то эта женщина не жена. То есть для официального признания брака, для того, чтобы женщина официально считалась женою, необходим был брачный договор. Законы города Ишнуны, который расположен рядом с городом Вавилоном, в 27 параграфе говорят: если мужчина сожительствует с женщиной без согласия ее отца и матери, без брачного пира и без брачного договора, даже если она год прожила в его доме, она не жена ему. В законах города Ишнуны уже точно и подробно говорится, какие условия необходимы для того, чтобы был признан официально брак и чтобы женщина имела статус жены человеку. Посмотрите здесь на эти условия. Необходимо было согласие отца и матери, необходим был брачный пир, и после этого всего должен быть брачный договор. На мой взгляд, все эти три условия имели очень важный статус в древности. По крайней мере, это видно в законах города Ишнуны, потому что они очень, ну, явно выделяются. И я считаю, возможно, я ошибаюсь, но на мой взгляд, что если бы хотя бы одно из этих условий было нарушено, то тогда сложно было говорить о том, что брак можно было считать признанным официальным. Следующие законы – это ассирийские законы, которые датируются примерно около 1400 года до новой эры. Они были разработаны и действовали в Ассирии. В параграфе 34 говорится: если человек взял к себе вдову без брачного договора, и она прожила в его доме 2 года, то она его жена. Ассирийские законы предлагают 2 официальных пути для признания брака. Как мы здесь видим, первый путь – это брачный договор. Второй путь – это если женщина прожила 2 года в доме мужчины, то есть она с ним сожительствовала 2 года, тогда признается также его женой на официальном уровне. Следующие законы – это хетские законы, которые были разработаны и запущены в использование примерно около 1400 года до новой эры в государстве хетов. Хетские законы – это современники ассирийских законов и также современники закона Моисеева, который мы с вами позже рассмотрим. Согласно параграфу 29 хетских законов сказано: если девушка связана по брачному договору с мужчиной, и он за нее заплатит брачный выкуп. Дальше говорится о бракоразводном процессе. Я этот фрагмент опустил и взял нужную часть для нас с вами, чтобы мы могли рассуждать. К сожалению, в хетских законах я не нашел прямого и точного определения,
что необходимо для того, чтобы брак был официально признан, как, допустим, в законах города Ишнун или в законах Хаммурапи. Тем не менее, из этого 29 параграфа хеттских законов очевидно, что для того, чтобы брак был официально признан на уровне государства или общества, в котором жили тогда древние хетты, необходимо было заключить брачный договор, уплатить еще и брачный выкуп, судя по всему, отцу, родителям невесты. Из приведенных статей мы с вами видим, для того, чтобы женщина и мужчина официально были признаны мужем и женой, необходимо было заключить брачный договор. Что представляет собой брачный договор? Я хочу вам привести в пример археологическую находку. Это глиняная табличка с брачным договором, которая датируется примерно 2100 годом до новой эры. Это древнеассирийский брачный договор. Мужчину звали Лакупум, а женщину звали Хаталла. Данный договор был подписан 4 свидетелями. В договоре сказано, что если Хаталла не зачала ребенка через 2 года после свадьбы, она должна будет нанять рабыню в качестве суррогатной матери, чтобы та родила ребенка от Лакупума. И после того, как рабыня родит ребенка мужского пола, она получит свободу. Следующий пункт договора говорит, что Лакупум не должен был жениться на другой женщине, то есть не должен брать вторую жену. И если один из них решится развестись, то инициатор развода должен заплатить 5 мин серебра, то есть это примерно около 1500 долларов. Таким образом, мы с вами видим, что брачный договор представлял собой определенное соглашение двух лиц, мужчины и женщины, которые вступали в брак. Данные соглашения определяли обязанности супруга в браке, а также последствия расторжения брака. Кроме того, брачный договор подписывался 4 свидетелями. Данный договор давал юридическое полномочие признавать мужчину и женщину мужем и женой на государственном или официальном уровне. Давайте теперь мы с вами вернемся к статьям закона и посмотрим еще на очень интересный момент. Из приведенных мной статей видно, как в древности относились к сексуальным отношениям без брака. То есть, когда люди, мужчина и женщина, сожительствовали вместе. Мы видим с вами, что такие случаи имели место быть. И в то же время данное сожительство не осуждалось и не пресекалось на законодательном уровне. Посмотрите, это видно из закона Урнаму, если же он сожительствовал со вдовой, из закона Хаммурапи, если человек взял жену и не заключил с ней договора, то есть это имело место быть, человек взял жену и живет с ней без договора. Законы города Ишнуна, если мужчина сожительствует с женщиной без согласия ее отца и матери, без брачного пира и брачного договора, то есть такое тоже имело место быть. Ассирийские законы, и она прожила в его доме 2 года, то есть все это в древности практиковалось, не осуждалось. Единственная разница между тем, что люди имели брачный договор или же сожительствовали без брачного договора, заключалась в том, что женщина не была социально защищена без брачного договора в обществе. Таким образом, в данных обществах сексуальные отношения до брака и без брака не осуждались. Теперь давайте мы с вами посмотрим на статьи из закона Моисеева, что там говорится о данных вещах. Как это ни странно, но в статьях закона Моисеева мы не находим законов о том, что необходим был брачный договор. И согласно Вавилонского Талмуда, брачный договор был введен раввином Симоном бен Шетахом только аж около 100 года до новой эры. Этот факт указывает на то, что составление брачного договора вообще не практиковалось в древнем Израиле. Если брачный договор был главным условием официального признания мужем и женой в древних законах Месопотамии, то что же тогда являлось таким условием по закону Моисеева? Итак, чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим некоторые статьи закона Моисеева.
прямого такого и точного повеления или указания в законе Моисеева, что необходимо для того, чтобы брак был признан, я, честно говоря, не нашел. Но я увидел определенные косвенные моменты в некоторых статьях закона Моисеева, которые указывают на определенные условия, которые необходимо было соблюсти. Второзаконие, 20 глава, 7 стих. «Кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Здесь вот применяется такой термин, как «обручился с женою». То есть практиковалось обручение, совершался обряд обручения. В чем заключался данный обряд? Неизвестно. Детали этого обряда в законе Моисеевом не оговариваются. Но после обручения уже девушка или женщина юридически считалась уже женой, хотя фактически ей не являлась. И данная статья закона Моисеева во Второзаконии, 20 глава, 7 текст, который мы с вами прочитали, говорит о том, что солдат, который пошел на войну и перед этим обручился с девушкой, должен вернуться в дом свой и взять ее. То есть он должен иметь с ней брачную ночь, стать ее мужем, а она должна стать его женой. Следующая статья из закона Моисеева, записанная во Второзаконии, 21 глава, с 11 по 13 текст, дает указания израильскому солдату, каким образом он может взять в жены понравившуюся ему пленницу, которую он захватил в сражении. Из данной статьи мы видим, что израильский солдат официально становится мужем пленницы, а она ему женой, только после того, как будет брачная ночь. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоей женой. То есть войти к ней, иметь с ней брачную ночь. Можно сделать следующий вывод, что условием официального признания мужем и женой в законе Моисеева была брачная ночь, то есть сексуальные отношения. Как только мужчина и женщина вступали в сексуальные отношения, они официально становились мужем и женой. Подобная мысль просматривается в книге Бытия, 24 глава, 67 текст. «И ввел ее, то есть Ребекку Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ребекку, провел с ней брачную ночь, и она сделалась ему женою». Мы сами видим определенное различие между законом израильского государства и законами окружающих народов Израиля. Если в законах окружающих народов брачный договор являлся официальным условием признания брака, то в израильском государстве, согласно закону Моисеева, брак признавался, если люди вступали в сексуальные отношения. Давайте теперь рассмотрим, как закон Моисеев относится к сексуальным отношениям вне брака. Хочу напомнить, что в законах окружающих народов израильского государства не было никакого осуждения сожительства без брака и сексуальным отношениям вне брака. Рассмотрим с вами две статьи закона Моисеева, которые записаны: Исход, 22 глава, 16-17 текст, и Второзаконие, 22 глава, 28-29 текст. В приведенной мной статье говорится о наказании мужчине или парню, который имел сексуальные отношения с молодой девушкой. Рассматриваются два обстоятельства. В первом случае, Исход, 22 глава, 16-17 текст, мужчина соблазнил девицу, и она добровольно с ним переспала. Во втором, Второзаконие, 22 глава, 28-29 текст, мужчина изнасиловал девицу. Если сексуальные отношения между парнем и девушкой, которые не состоят в браке, произошли по обоюдному согласию, то в таком случае мужчина и девушка становятся мужем и женой. Парень должен взять себе в жены эту девушку и заплатить отцу этой девушки махар, то есть брачный выкуп. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей махар и возьмет себе ее в жены. Но в данной статье также рассматривается и другой вариант. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается на махар девицам. Несмотря на то, что в данной ситуации мужчина и женщина по закону Моисеева становились мужем и женой, все-таки учитывается и мнение отца девушки.
отцу девушки может не понравиться по каким-то причинам этот парень. И он может отказать ему выдать свою дочь за него замуж. И вместо этого запросить махар. Во втором случае говорится о том, что если мужчина насильно принудил девицу к сексуальным отношениям, то есть изнасиловал. Здесь сказано так. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной и схватит ее, выражение «схватит ее» говорит о насильном принуждении, и ляжет с нею, то есть будет иметь сексуальные отношения, и застанут их, есть этому свидетели, то лежащий с нею должен дать отцу девицы 50 сиклей серебра, то есть заплатить брачную плату. И она пусть будет его женою. Сексуальные отношения ведут к тому, что девица становится его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Данная статья предусматривает то, что в таком случае мужчина берет в жены эту девушку, которую он опорочил, которую изнасиловал. И эта девушка остается его женой на всю его жизнь, с которой он не может развестись. Исходя из этих текстов закона Моисеева, можно сделать следующий вывод, что сексуальные отношения делали мужчину и девушку автоматически мужем и женой. Таким образом, закон Моисеев пресекал сексуальные отношения без брака. Итак, давайте теперь подведем с вами итоги наших рассуждений. Здесь мы с вами видим таблицу. В данной таблице я привожу сравнение отношения в древних законах к сожительству без брака и к официальному признанию мужем и женой. Мы видим, что во всех законах окружающих народов израильского государства официальное признание мужем и женой совершалось через брачный договор. За исключением ассирийских законов, но в законе Моисеева через вступление в сексуальные отношения. Мы также с вами видим, что сожительство без брака, то есть сексуальные отношения вне брака или до брака, в древних законах Месопотамии совершенно не осуждалось и позволялось, но в законе Моисеева пресекалось. Очень хорошо видно, что когда пришел закон Моисеев, он принес в себе нечто новое в общество человеческое. До закона Моисеева не было никакого осуждения сексуальных отношений вне брака, до брака, сожительства без брака. Но закон Моисеев пересматривает этот вопрос и повышает планку морали на более высокий уровень. Сексуальные отношения делаются условием для заключения брака. Или закон Моисеев показывает, что сексуальные отношения допускаются только в браке между людьми, которые являются мужем и женой. Поэтому сексуальные отношения являются условием для заключения и признания брака. Как только мужчина и женщина вступали в сексуальные отношения, они сразу автоматически становились мужем и женой. После исследования данного вопроса в законодательных сводах закона Моисеева и древних народов, я задумался над этим вопросом, что действительно является правдой, для чего даны нам, людям, человечеству сексуальные отношения. И пришел к выводу, что, на мой взгляд, закон Моисеев правее здесь, потому что действительно сексуальные отношения даны для людей, которые находятся в браке. В этом есть какой-то порядок, гармония. Я понимаю, что мы с вами находимся под влиянием социума, нашего окружения, в котором мы родились, живем. Я понимаю, что в данном социуме на этот вопрос преобладает другая совершенно точка зрения, которая идет вразрез с тем посланием, которое находится в законе Моисеева. Тем не менее, каждый из нас имеет право на свое мнение, на свои выводы, и никто не вправе осуждать другого человека. Единственное, что можно заметить, что каждый даст определенный отчет или ответ за то, что он мыслил, думал и что делал. Напишите, пожалуйста, ваше мнение об этом всем под видео. Мне будет очень интересно почитать и узнать, как вы думаете. Божьих вам благословений в жизни!